Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мне неловко вот это все комментировать, но посмотрите, с первых секунд, что получается. Вот это мужчина импозантный, и он так вот свою еду сразу показал, что захотелось узнать рецепт. О, и вот лук показал, ну видели, давайте вернемся на секунду назад, сковородкой, видели, как он маханул, конечно. Лук он хуже режет. Маслица на сковородку, это значит что? Значит, можно писать комментарий ему сразу же, что это все вредно и очень неполезно. Ну, заслужил, уже надо... О! Ну и опять. Ну, финтит, конечно, он это интересно. Где такому только учат? И лук, нет, чеснок. Чеснок он уничтожил практически. Грязь оставил. Замел следы и давай вот это рубить. Так, чтобы как будто бы измельчить хочет его, но не особо-то получается. Такая кашица, что ли, что такое непонятное. Все вместе собирается обжарить. Неужели вот из вот этого получится то, что вот в конце было? Как-то пока не верится. Лук я там вообще не видел. Ну вот, смотрите, лук сам по себе, конечно, выглядит уже вот это вот, а поджарился, золотой. Вот это, вот это веган моцарелла, где ты ее взял? Это она... Но я сначала, смотрите, напрёкся, а потом увидел. Думал, что если на английском, то где-то вот из-за границы достал. Но нет, это вот Green Idea компания. Сейчас вот практически везде можно купить. В России делают. Так что вот, вот это что-то светится аж вот каким-то солнышком. Вот зелень, смотрите, там вот это все это вместе, мне кажется, даже вот на вкус должно получиться. Ну только представьте, какой аромат у него пошел. Смотрите, зелень разная. Так, что это, пирог, бургер с зеленью и сыром, что ли, у тебя? Что-то ее серединку это сверху, туда-сюда. А, перемешай. Ну, чтобы перемешать, чтобы равномерно все это было. Кстати, вот, как перебирает руками, а? Вот, тык-тык-тык-тык. Смотри, о, рассыпчато получилось. Еще и не все, помидор. Помидор, кстати, розовый, видать это. Но лайк можно поставить, что не экономил на помидоре. Наверняка один купил вот этот вот, дорогущий. Не молоко, овсяное, значит, у нее на тарелку. Что ты это? Котят собрался поить? Ха-ха. Ну, кому это молоко? Куда? Ну, что-то интересное, смотрите, все-таки он задумал. О, блины. Нет, не блины, это тортили. Рыженькие тортили, смотрите, у него. Намочил, о, намочил. Это чтобы, а как их мокрый-то есть? Ну, ты в своем уме, ну, дурачина, простофиля, а? А на сковородку тоже, оказывается, будет обжаривать, смотрите, все-таки интересно, а я, кажется, догадался, да, вот и сыром сверху пошел, такие вот слои, кажется, получаются у него, смотрите, раз, два, вот, если сейчас все вот это, конечно, растянется, расплавится с помидорочкой сверху, сочной, но... Конечно, вот этот раз, скажу вам, порадовали, да? Вот это, мне кажется, о, лучка туда, лучка золотистого для сладости. Вот это красота получается. Ну все, я все, уже, можно уже даже не сопротивляться. Видно, что слюни текут, вот это, ну, вы, как сказать, так сказать, придумал, так что вот, ну все. Нету, не, какие аргументы могут быть против? Это вот только дайте мне 3 порции, пожалуйста, прямо сейчас. Потому что, ну, я уже не могу на самом деле это терпеть, ждать еще. Ну, она, правда, бледненькая пока. Ну и хре, о, все, смотри, золотая, а, поджаристая, все, здесь, нет, здесь только 1 000 000 лайков вот этому человеку. Мужчина, какой бы он ни был, но вот, не, я не могу. Смотрите, еще, похоже, 2 будет у него лепешки. О, оказывается, вот это вот и молочко сверху можно было налить. Смотри, пузыриться там что-то. Ну, неужели и это не развалится? Неужели это для сочности? Ну-ка, и тут замечательно перевернулось. Ну, ну, это, конечно, не знаю. 7 звезд Мишлен, ну, как минимум. Ноздрёй, смотри, ноздрёй. О, ну, можно, конечно, и было это вот не показывать. Мы и так все видим сами, тоже, так сказать, понимаем, ощущаем. Смотри, оп. И она, смотри, видишь, она не сухая, а она вот как вот, как будто вот
такая вот, вот, ну, вот вся как будто внутри такой вот нежностью она напитана, да, вот такая все нежная-нежная, вот ножом продавливается, и при этом там помидорочка, зелень, лучок обжаренный, ай, ну это мы вот с самого начала видели, о, но я не знаю, конечно, я вот всяко этого мужчинку ругаю, да, но за такое вот это вот, за вот это вот все, я не знаю. Дайте ему кто-нибудь, не знаю, денег ему, что ли, вышлите, там, сколько не жалко, смотрите, у него там не... Ну, вот это, конечно, да, хотя такие он продукты вкусные жрет, деньги-то, наверное, где-то все-таки нашел, так что это, ой, ну, вот, жрет-то он, конечно, вкусно, это... Ох, кайфуй, просто видно, человек получает удовольствие от своей вот этой вот жизни, как может выкручивается. Но я так понимаю, что он и нам желает всего вот этих вот всех благ, потому что, ну, зачем бы он тогда хвастался? Уж я его так всяк знаю, вряд ли он вот, чтобы похвастаться, пальцы тут облизывать. Нет, наверняка хочет, чтобы и мы немножечко кайфанули. Но и заморался. Но милаш, милаш, конечно. Так что ставьте ему лайки, подписывайтесь там на канал, в комментариях напишите, с друзьями поделитесь и все дела. Мы желаем вам приятного аппетита. Пока.